Всем привет! Выпустила козочек на летник, потому что пока пасти не выводим. У нас до сих пор с 15 числа, как снег валил, до сих пор сугробчики на летнике. Ну, здесь сухо, все хорошо. У нас бешеный ветер был, дверь отлетела в летник козлов. Так, с девчонками, значит, мы тут. Взрослые все девчонки и подростки, вот они. Идемте, девчонки, идемте. Кытик, кытик, кытик. Айдайте. Ну, не хотите, как хотите. А малышей я выпустила вот сюда. И вы смотрите, что происходит. Они тут вообще балдю называется. Балдю. Вот что делают. Никто им не мешает. Они бегают, прыгают. Вот. Кстати, сейчас хочу кинуть в объявление козликов. Фотографии делала уже. Трех козликов. Их у нас вот 5. Я не сделала вот этого беленького козлика фотографию. И Катиного пацана. Вот. Пока не сделала двоих. Сейчас надо будет решить вот с этими 3, кого я щелкнула. Вот. Вот Катин, вот, вот он. Я его не щелкнула. И будем надеяться, что козлики в хорошие хозяйства попадут на племя. Все-таки крови неплохие, за, получается, альпа-нубийские. И вот козлик белый заано-альпийский, ой, заано-нубийский будет. Вот, в общем, вот такие вот планы на продажу козликов. Козочки пока остаются в хозяйстве. Их всего 3, поэтому оставляю пока в хозяйстве. Это вот дочка себе оставила. Вот эту козочку. Я себе оставила вон там пятнистая козочка. Вот она смотрит на нас. Вот она здесь. Вот она первая самая. Вот она, вот она. Оп, спрыгнула. Вот. И светленькая вот она козочка. О, о, что козел делает. Видите? Ранние пташки. Брат на сестру прыгает. Такие вот у нас планы, а там видно будет. Ну, а я хочу сказать всем спасибо за просмотр. Ставим класс. И всем пока-пока.